Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. По информации РЕН-ТВ, он был доставлен в одну из московских больниц около недели назад. По некоторым данным, состояние 83-летнего артиста у врачей вызывало серьезное опасение, поэтому сначала его определили в реанимацию. К настоящему времени состояние актера стабилизировалось. Сейчас он находится в отделении неврологии. Валентин Гафт – советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. Он дебютировал в кино в 1956 году в картине «Убийство на улице Данте». Валентин Иосифович пользовался большой популярностью в ролях кинозлодеев. Среди его ярких работ роли в фильмах Эльдара Рязанова «Небеса обетованные», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово». В 1984 году Валентину Гафту было присвоено звание народного артиста РСФСР.